Так, о, отлично. Экстрим правила. Марк Генри против Альберто Дель Рио. И почему-то в этой части WWE нельзя, играя за двух огромных таких парней. Так, ну, так, момент, поскольку он на меня напал, значит, буду играть за Марк Генри. Окей. Ну, смотрите, например, в 14-й версии, да, если вы играли там Марк Генри против Биг Шоу, то есть оба огромных мужичка, и если одним набрать полную шкалу и получить финишер, да, то можно было, допустим, Биг Шоу посадить наверх к этого ринга, вот, в углу. Будет, допустим, OMG, вы нажимаете Y, и что происходит? Он скидывает с этого угла ринга Биг Шоу на середину, ринг рушится, и на этом, ну, типа, все, KO. В этой части почему-то такого нету. Сколько я не пробовал, ну, нету. Врали, походу, такую возможность. А, ну, кстати, да, это мне на руку, что он на меня напал, потому что у меня будет больше времени его помордовать при помощи различных предметов. Так, ну, стол это обязательно. Грех не использовать стол в TLC, ой, в Extreme Rules матче. Ударил. What should Alberto Del Rio try to do differently at this stage to this doesn't work? Так, оно интересно, допрыгну я на него или нет. Успею ли вообще? О, блять, куча дерьма. А, сейчас я вам покажу очень интересный момент, который я тоже буквально сегодня пробил в нете. Узнал вообще, что так можно делать. Так, секундочку. Ух, нихера. Красавчик. Прям на стол кинул. Так, ну вроде сейчас можно это сделать. Так, давайте смотрите, я вам покажу. Так, раз, два. А, то есть, видите, зритель подставил мне как бы пояс, об который я затылком ударил Альберто Дель Рио. Так, ну, мне доступен сигнейчер. Сейчас мы постараемся проделать то же самое, только после того, как используем этот сигнейчер. Так, что это будет? А, вот такая вот херотень. А, вот это, я не знаю, это вообще бессмысленный прием в конце, блядь, что это такое? Бараний толчок называется. О, гитара, гитара, гитара. Смотрите. Так. Что же у нас будет с гитарой? А, значит, я его... Не понял. И... В чем фишка? Big impact into the guardrail. Значит, вот такую штуку я могу только делать в том случае, если один из зрителей держит в руках какой-то предмет. То есть я как бы взаимодействую между зрителем и тем, чем тем, что он держит. Вот, например, гитара, да? Мы подходим. Блин, блин, завтыкал. О, он практиковал. О, вижу гитару, вижу гитару, вижу гитару. Такс. О, прямо головой в гитару. Прямо головой в гитару.
как София Ротару. Иди сюда, гниндарь. О, двойной финишер. ОМГ. Так, что же он сейчас нам продемонстрирует? А, ну да, его кроночка. На комментаторский стол. Так, повтор будет нам показывать? Нет, да, показывают. Теперь пришло время использования лестницы. Лестница — это также святая вещь в матче экстремальных правил. Вернее, с экстремальными правилами. They finally get in the ring, and the referee signals for this contest to officially start. That did not look good for Del Rio. Yeah, he can't take too many of those, Michael. Опять бараний толчок. Так, ну сначала давайте я его, точнее им проломлю эту, блин. Опа, лал. Так, я им сначала проломлю эту лестницу, а потом с лестницы скину его на какой-нибудь пред... Что это такое? Я не понял. Да что ж такое-то? Давайте попробуем его повернуть правым стиком. Нельзя. Чё, блядь? А, во, еще хрень какая. Я ее показывал в предыдущих сериях матча с Марком Генри, с его участием. Ну, так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, 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 смотрите, нажимайте L. Блин. Блин, блин, блин. Значит, вы делаете такой рывчок. Так, нажимайте LB. Y. Как бы он его подкидывает. Нажимаете быстренько Y, и он использует свой финишер. Вот это очень классная штука. Также прикольная вещь, только, ну, я не знаю, у меня не получалось ни разу так, что... Посмотрите, вы его кидаете в угол ринга, садите наверх, так, ждете, пока он оправится, придет в себя. И в тот момент, когда он прыгнет, нужно вовремя нажать Y, чтобы использовать свой финишер. Ну, почему-то у меня ни разу не получалось. Блять, видите? Что... Хотя в этот раз не высветилось, что можно нажать на игре. Ну вот, блин. А нет, я чё-то думал, что он меня бросит прямо на лестницу. Тем самым я её сломаю. Ну, давайте сделаем вот что. Так, поставим её по центру. Залезем. Давай, с той стороны, куда ты полез. Куда ты пошел, блядь? Куда ты пошел, блядь? С той стороны. О, какое ж ты дно. Ну хорошо, давай. Опа, чё, такая туша. Вставай. Вставай, боец. Ну куда ты стараешься обойти? Залазь-то, залазь. Что ты делаешь? Ты что делаешь? А, нормально. Я встал. Черт, болевой прием. Опять не успел. Right back to focusing on the arm.
and he gets back in the ring. Ты парень как хочешь, но я тебя все равно кину на эту лестницу и проломлю тебя, точнее ее, тобой. Блядь, не то, не то, пацаны, не то. Так, вот так вот делаем и отсюда обратно в тот угол. Что? 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 Что это было, блядь? Не перестает удивлять эта версия меня лагами, всякими багами. О, let's get ready to crush Slender. Херастам. Ладно. Все равно уже сколько? 11-я минута пошла, даже 12-я, поэтому. Рано или поздно мне все равно пришлось его положить на лопатки. Я решил не терять время и сделать это прямо сейчас. Я плыл вдобавок еще допиздил за то, что он так поступил коварски. Ну, чего ты ходишь? А, и все. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Смотрите предыдущие новые серии. И до скорых встреч.